моим другом Паулем. Мы познакомились, когда он привез мне мою первую тачку из Германии. Машина его страсть. У него есть еще одно увлечение. Он ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает за бешеные деньги. Я смотрю, ты историю Великой Отечественной получше меня освоил. Когда это бизнес, лучше все лучше и быстрее. Европейский подход. Одевай. А себе чего немецкую форму не взял? Я никогда не забуду тот день, когда отправился с ним на раскопки. Сережа, это бендаж. Он навсегда изменил наши жизни. Знаки отличия. Это то, что я откапывал, понимаешь? Да как такое возможно, а? 1941 год. Это же Красная Армия. Это же война. Надо найти этот блиндаж и пройти обратно. Ты ведь немец. Нас просекут в момент. Приготовиться к атаке! Сегодня наступление наше. Всех перебьют. Нас заодно. И что, никаких шансов? Отсюда надо убираться. Куда угодно. Вперед, к немцам. Я не смогу их оставить. Жизнь каждого из нас здесь. Это их еще один день. Если ты сдашься немцам, ты больше никогда не вернешься назад. Я не думал сдаваться. Ты умрешь. Понимаешь это? Они тоже это понимают. Но они не бегут. Русские герои.